Молодогвардейцы совместно с Одинцовским отделом ГИБДД разработали цикл мероприятий, который направлен на разъяснение правил дорожного движения детям и подросткам. За последнее время количество ДТП с участием несовершеннолетних возросло. Именно поэтому такие беседы сейчас особенно актуальны. О правилах дорожного движения детям рассказали в яркой и веселой форме. Одинцовский центр народного творчества и методической работы подготовил развлекательную программу. Ребята с легкостью ответили на все каверзные вопросы организаторов и доказали, что они не только знают правила, но и соблюдают их. Никто не остался без подарков и отличного настроения. Теперь в планах молодой гвардии Одинцовского района продолжить данную работу, чтобы охватить все детское население муниципалитета.